Смоленская теплоэлектростанция – одно из многих предприятий страны, которые должны вступить в строй в третьем году пятилетки. Чтобы успешно справиться с этой задачей, коллектив строителей ТЭЦ сократил сроки монтажа, намеченные предпусковым графиком. По-ударному трудятся электросварщик Евгений Васильевич Тарабанов, Антонина Петровна Олейникова. Бригада турбинистов, которой руководит заслуженный строитель РСФСР Валерий Васильевич Копытин. Более 2000 строителей Смоленской ТЭЦ горячо поддержали постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании всесоюзного социалистического соревнования и взяли обязательство досрочно выполнить план третьего решающего года пятилетки.